Советская Аджария. Автономная республика прекрасной Грузии. Приморье Аджарии – сплошной парк с многочисленными санаториями и домами отдыха. Солнечный день. Кто же усидит в такой день дома? Даже эта маленькая девочка с белоснежным ливнем совсем не боится ласковой теплой волны. Недавно здесь появились морские велосипеды и сразу завоевали любовь отдыхающих. Найти границы между раскинувшимися здесь курортами Батуми, Махинджаури, Зеленый мыс, Цихидзири и Кабулети. Они переходят один в другой. Вечно зеленеют здесь олеандры, пальмы, благородные лавры. Мелкие камушки морского дна. Но не менее чистый прозрачен воздух в горах. И трудно сказать, что приятнее, когда твое тело ласкает морская волна или овивает теплый горный ветерок. Хрустит снежок, он ненадолго. В Аджарии так бывает. Внезапно выпадет снег в горах, но через несколько часов от него не остается и следа. Старинных памятников трудолюбия и гордости народа. Крепости, свидетельствующие о боевых подвигах аджарцев, отстаивающих свою независимость и свободу. Стены стояли уже в 6 веке нашей эры. И уже тогда был известен старинный народный танец Огойнана. Огойнана!
деревни, небольшие городки, районные центры, даже реки меняют свой облик. Волей народа бурные воды горных рек отдают свою энергию людям. Первая, но далеко не последняя мощная гидростанция на реке Акжари-Сихаль. Трудолюбие и упорство – основные черты акжарцев. Посмотрите на этот мост. Ему 800 лет, и он простоит еще не меньше. Как искусно перекинули его строители древности через горную речку. Древний кувшин Квеври. С незапамятных времен в них хранили акжарцы вино. Сейчас они приумножили славу своих виноградников. Тяжелые гроздья Чхавери, собранные опытными виноградарями, достойны украсить самый изысканный стол. Закурив ароматную сигарету из аджарских табаков, помяните добрым словом одну из лучших табаководов республики, Сургуладзе. Гектаров чайных плантаций. Чаем мы начинаем день. Какой же завтрак без него? И дружеская беседа немыслима без стакана крепкого ароматного чая. Герой социалистического труда Гули Джинчарадзе быстро наполняет корзины отборным зеленым листом. Прежде чем попасть в ваш чайник, этот лист пройдет длительную обработку на фабрике, пока не приобретет свой аромат, вкус и настой.